и в горе, и в радости. В преддверии Дня семьи, любви и верности в Смоленске собрали семейные пары, которые вместе не один десяток лет, а также те, кто совсем недавно вступил в брачный союз. Торжественная встреча прошла в КВЦ имени Тенишевых. Наш корреспондент Вера Перельман узнала, что помогает сохранить брак и в чем секрет счастливой совместной жизни. 60 лет совместной жизни или бриллиантовую свадьбу в этом году отмечают Светлана и Анатолий Ашимковы. На вопрос о том, как удалось сберечь теплые отношения и не ссориться, отвечают: главное никогда надолго не расставаться. Знаете, мы очень часто переезжали, и нам как-то некогда было об этом думать. 17 лет мы сменили 9 гарнизонов. Нигде не расставались. Ирина и Иван Исаченковы живут в Ельне. Семейная пара решила не покидать место, где они познакомились и полюбили друг друга. С тех пор прошло 11 лет. Вначале любовь была, но опять-таки это все химия. А сейчас я думаю, что, наверное, ответственность друг за друга и за детей прежде всего. Я думаю, что еще уважение к другу. Уважение друг к другу, да. Я знаю, в чем магия. Посмотрите. Это настоящая магия, я вам скажу. Искра с первого взгляда, случайная встреча в автобусе, роман на работе, школьная любовь. 28 пар, 28 историй, нежности и верности друг другу, о которых удалось вспомнить на встрече. Поздравил смолян и заместитель губернатора области Николай Кузнецов. Гордимся тем, что у нас есть такие семьи, которые подают пример такой же верности, как это сделали Петр и Феврония много-много лет назад. День семьи в России утвержден почти 10 лет назад. Он появился в честь святых Петра и Февронии Муромских и успел полюбиться многим парам. Ведь это замечательный повод для слов любви, которые так важно слышать от самых близких людей. Вера Перельман, Сергей Зуев, Вести Смоленск.